Милые дети. Спасибо. Семья — это все. Да. У дочки день рождения. О-о-о. Дочь Раби. Как вы узнали? Сын Тарик и муж Халид. Мы знакомы? Я все о тебе знаю. Ты сражалась вместе с Во. С Россией. Да. Давно. Долго. Слушай и молчи. Мы захватываем самолет. Команда самолета, охрана, все наши. Теперь и ты. За Урзыкстан. Вперед. Вставай. Мы снижаемся. Дай мне жилет. Привет, Самара. Ты превзошла мои ожидания. Да кто ты такой? Все дело в том, кто ты, Самара. Что это? История. Сними с меня эту хрень, сукин ты сын! То, что ты сделаешь, назовут подвигом, Самара. Тебе не поверят. Я не террористка. Нет. Ты солдат ополчения, воюешь с Фарой Карим против русских. Борец за свободу. Ты русский. На борту полно русских. Как ты можешь убивать своих? Нет, их убью не я. А ты? Мы ниже 8000 футов, командир. За Урзыкстан, Самара. Помогите, дайте телефон!
не смейте бомбу! Стой! Пустите мне ваш телефон! Ну давай быстрее, блин. Последние новости о российском авиалайнере, который потерпел крушение в экипаже, были на борту, когда диспетчеры потеряли связь. Возникло подозрение, что это могло бы сделать исследование и начал внезапное снижение, которое... поиски бортового самолета. Один из важнейших элементов с уцелевших телефонов пассажиров могут пролить свет на произошедшее. Вскоре после ракетного обстрела военной базы «Арку» делегация понесла огромные потери, когда ветеринар экстремизма в Восточном блоке уже ведет собственное расследование. Международная обстановка не была такой напряженной. Типичнейший почерк Макарова. За 72 часа он наворотил больше, чем кони за 5 лет без него. Этот самолет упал в моей стране. Это не случайность. Чтобы доказать это, мне нужно к обломкам. По данным ИКАО, самолет выполнял рейс из Костовии в Сочи. Связь пропала в этом районе. Ну вот и все. Надо попасть туда раньше властей. Меня больше беспокоят не власти. Удачи. PlayStation.